затем точка над, между первым и вторым грудным отделом, над горловым центром, затем точка в зоне пространственной ориентации, там где затылок, эта точка, и подниматься сюда. То есть вначале последовательно мы проведем расслабление. Максимально расслабляемся, принимаем исходное положение, спина прямая, подбородок слегка опущен, при этом макушка тянется вверх, низ живота втянут, и делаем глубокий вдох. Начинаем опускать расслабление. Последовательно ведем расслабление от макушки, точки между бровями. При этом у нас с вами расслабляются брови. У нас с вами глаза расслабляются. Глаза начинают образно опускаться вниз живота. А глаза – это печень, ворота печени. У нас с вами расслабляются мышцы языка. Они опускаются в область груди. За счет просто нашего образа